У ребят в возрасте от 10 до 12 лет проверяли знания дорожного движения. Они также показывали свое мастерство вождения велосипеда. Госавтоинспекторам и педагогам помогали сотрудники школы водительского мастерства и скорой помощи. Детей учили оказывать первую помощь пострадавшему. Давали им теоретические знания в области медицины и тут же проверяли, как усвоен материал. Итак, у вас здесь вот была отметочка «Бактериальное кровотечение», правильно? Жгут накладывается выше места ранения, вы правильно все сделали, но рана-то ниже, следовательно, повязку нужно было накладывать не на жгут, а на рану, правильно? Всего в конкурсе приняло участие более 200 школьников из 65 образовательных учреждений. По результатам конкурса в каждом районе в финал вышли команды школ номер 20, 18, 28 и 78. Среди них в городском этапе конкурса сильнейшими оказались ученики 20-й школы. Ребята отправятся во время летних каникул защищать честь Сочи на краевых соревнованиях «Юный инспектор дорожного движения 2017».